Всем привет, дорогие друзья! Как вы видите, эту потайную и темную комнату, полностью из черноты. В общем, дорогие друзья, вы слышите потайные звуки? Мы сегодня отправляемся в закулисье. Я знаю, что тренд далеко, наверное, прошел уже давно и так далее, но эта карта самая крутая и самая четкая. Поэтому прямо сейчас ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Знаете, прям как в анекдоте, в черной комнате находится черная кнопка. Если нажать эту черную кнопку, то мы попадем в черное измерение. А можно теперь домой пойти? Маша, это прям будет мега круто. В общем, дорогие друзья, и вопросчик дня. Вам снились какие-нибудь странные, необычные сны? Напишите о них, если вы помните. Вот прям реально напишите. Обязательно. А тебе снились какие-нибудь странные сны? Да, короче. Я сейчас даже один расскажу, очень прям максимально странный. Причем самое интересное, я вот прям, это прям в детстве было, но он запомнился. Я точно не помню, было это событие или нет. В общем, я, короче, мелкий, сижу типа на кресле, смотрю, короче, телевизор. И напротив меня стоит второе кресло. Вот представь, да, я вот, допустим, сижу вот так, а ты где вот телевизор находишься. Рядом с телевизором находится здесь вот второе кресло. И здесь стоит, короче, просто, по-моему, пластиковый стаканчик. Я, то есть, там сок пил, поставил его и как бы все, пошел телевизор смотреть. Я как-то его так смотрю. И как-то, знаешь, так завис, на него такой залип, короче, смотрю. И он, его как будто ветром сдул, он такой упал. Я такой смотрю, поворачиваюсь на балкон, вот здесь типа балкон находится, а дверь закрыта. Я поворачиваюсь снова на стакан, а он возвращается на место. И то ли я задремал, то ли это мне приснилось, то ли это реально было. Какой кошмар. Я помню, мне снилось, как... Я была мелкая, и мне снилось, как за мной гонялись колготки в очках, и хотели, чтобы я их надела. Так, ну что ж, а теперь за нами будет гоняться нечто. Жмем. Что именно? Так, о, мы появились. Смотри, тут написано, типа... Ой, так, после долгого изучения дня... Время возвращаться домой. Так, заходим, офигеть! Вот это крепота была! Ты видишь это? Я вижу это. А мы что, реально в закулисье, что ли? Ну да, ты думал, это мем, что ли, какой-то будет? Нет, слушай, это мне страшно уже. Смотрите, ребят. Маша, пошли изучать закулисье. Кстати, здесь... Ладно. Ты первый идешь. А чё это я первая? Тут такие скримеры было, у Маши просто... Какие? Какие? Не надо! Никакие, короче. Я сейчас возьму и выйду. Так, надо, я тебя просто троллирую. А может и нет. Не надо. Так, нам, смотри, закулись, нам надо найти выход. Так, смотри в оба, чтобы никто не побежал. Как это так? Маша, лучше не отставай, иначе как бы тебя там могут схавать. Мне уже страшно. Да. Так, идем сюда. А кто может схавать-то? Я-то полностью за кулисью, только вот когда ты мне показывала, смотрела. Тут идет. Где? Тихо. Тут мигает свет, отлично. Так, заходим сюда, короче, здесь. Так, пойдем лучше вот сюда. Это типа огромный лабиринт или что это такое? Типа того, да, это огромный лабиринт, и отсюда надо выбраться. Свет мигает. Отсюда вообще возможно выбраться? Да, возможно. Так, идем сюда. Уверен? Конечно. Свет везде мигает, как страшно. Да куда ты побежал? Так, я ищу выход. Я тоже ищу выход. О, подожди. Кажется... Слушайте, лабиринт вообще гигантский. Фишка в том, что мы здесь не одни, то есть... Что ты замолчал? Ты слышал? Нет, ничего не слышала. Ты постучал по стенам. Это не я, если что, был. Это тоже не я. Все, убегаю. Капец, тик! Ой, бля, бежит сзади, а куда идти-то? Я не знаю. Ну да. Кошмар какой! Ой, смотри, баночка какая-то, что это? Подбирай. Так, тикай. Как ее подобрать-то? Я не знаю, тикаем. Офигеть. Он прям сзади, Женя, он прям сзади. Ну да. Куда идти-то? Я не знаю. Куда бежать? Ищем. У нас еще сытость заканчивается. Так, ребята, вот это вообще кошмарики. Так, бежим. Это уже крепотища. Так, он за нами еще бежит, наверное, да? Я не знаю. Нет, кажется, нигде там впереди нас как-то каким-то чудным образом. Так, да, пока что вроде нету. Так, бежим. А, тупик. Тупик. Давай вот сюда побежали, вот сюда.
Ой, вот это, ребята, вообще крепость. Кошмар. Мы просто бежим по бесконечному лабиринту. Как отсюда выбраться? Давай, Маша. О, баночку подобрал. Не а, знаю, как зачем. Ты ее подобрала? Почему я ее не подобрала? Видимо, только я могу подбирать. Ты говори, где банки. Ага, ну там была, где тот чел бегал. Страшно. Ну туда мы не пойдем. А куда идти-то? Почему мы запутались? Мы что, пришли? Я не знаю, я не знаю. Так, тихо-тихо. Ладно, главное спокойствие, потому что паника... Жень, ты где? А, я тебя потерял. Паника нам не нужна. Да-да-да-да-да. Паника нам не нужна. Он где-то постучал. Да, я тоже. Это значит где-то близко, да? Значит, это близко. Возможно, где-то близко. Так, смотрим в оба. Смотрим в оба. Так, вот тут... Ой, что-то трясется камера. Да, я тоже это вижу. Он реально близко, что ли? Я не знаю. Ай, Женя, я перестаю бежать нормально. Да, у нас сытость заканчивается. Это очень плохо. О, эти баночки восполняют сытость. А, классно, спасибо. Я, которая не подобрала никакую баночку. Ну да, жизнь прекрасна. Ты куда? Он где-то кричит. Так, если что, я тебе баночку скину. Где? Я не знаю. Ты слышишь звуки? Ну, слушай, Женя, я вообще бегаю как какой-то этот, не знаю. Если у тебя будет... А, он здесь! Тикай. Мы разве... Я не могу бежать! На банку! Банку подбери! Я не могу! Подобрала, нет? Она бежит, да! Ешь её! Да не могу, он же сзади бежит, я пока не могу съесть! Да просто съешь и все на секунду, за секунду ест, все! Все! Съела! Он прям сзади опять кушает, Втекаю! У меня что-то инфаркт не случился! Слушайте, это крепота, прикиньте! Тут тупик! Тихо, Маша. Он тебя съел. Нет. О, тихо. Я бегу. Темно и страшно. Я внутри него. Внутри него? Я внутри него, да. Тут очень страшно и темно. Я попробую тебя сейчас вызволить. Так, я бегу. Капец, слушай, вот это игра прям нормально такая. Ужас какой, я прям испугалась. Ты прям внутри него сидишь сейчас? Да, я прям внутри него сижу. Офигеть. Ужас. Ну, вроде бы как-то все темно, как будто бы, я не знаю, какой-то это нахожусь в черном мире. Черном шкафу. Ой, как так. Ой, я бегу по какому-то туннельчику. По какому-то еще туннельчику. Ой, подожди, я что-то вижу. Я, кажется, нашел! Да! Женя, куда я? Я не знаю, мы падаем! Я нашел! Второй левел. Какой смысл? Смотри, музычка такая. Та-та-та-ра. А что тут будет? Тут тоже он будет за нами гоняться, да? Тихо, Маша, смотри. Тихо. Да, он здесь будет. Смотри, музыка такая. Я не хочу в это играть. Чисто Машу съели, она не хочет больше играть, так все идем. Так, отлично, мне нравится игра, хорошая игра. Игра хорошая, только я ни разу не играла в него, потому что мне страшно. Я только единственное играла в Роблоксе, где за мной гонялся трек, и там было не страшно, что это Роблокс. А Роблокс я не боюсь, ну только там есть одна игра. Музыка зажевывает, так, идем сюда. Куда? Там темный коридор. Ну да, пойдем в темный коридор, конечно. А у тебя темный он? Тихо. Да. Кто-то говорит. Ага, не так, надо. Дверь закрыта. А тут двери все закрыты будут? Я не знаю. Ну, бежим, короче, сюда. Сейчас посмотрим. Так. Как часто меня будут есть? Я не знаю. Если будешь быстро бегать, то не часто. Так, подожди. Что это такое? Смотри. Проход как будто какой-то. Сзади! Где? Затроллил. Да, Женя, ты вообще что? Нормально. Не надо так делать, я боюсь коридора. Ой, блин, у меня кончилось это, прикинь. А вон баночка, сейчас подберу. Ой, да, у меня тоже, кстати. А еще у меня этот, какой-то... У меня уже голова закружилась в этих коридорах длинных. О-о, вон еще банка. Камера трясется. У тебя так, тоже камера трясется? Да, смотрим в оба. Так, я идем. Я даже в своей игре не так страшно играть, когда мне надо проверять углы, как в этой... Он сзади! Он сзади? Да, он реально сзади, он сзади! О, да, бежит! А куда? За мной! Бегу! Офигеть! Это что, экран трясется, а он там сзади бегает.
Ой, я, кажется, вижу какая-то дверь, вон. Да, я тоже вижу, что это за дверь такая интересная. Да, мы прошли! Офигеть! А? Левел первый. А мы где? В каких-то катакомбах, так. Отлично. Все, каждый раз все страшнее и страшнее. Замечательно. Обожаю, обожаю. Спасибо. Да, вообще, вообще отлично. Пожалуйста, так, идем. Так, здесь. Может, надо идти по красным факелам, я не знаю. Так, ну пойдем сюда, так. Я не знаю, чисто на чуйку идем, чисто на чуйку. Чисто шоу интуиция. Так, забираем баночку. Шоу интуиция начинается. Ты слышал? Да. Где? Кто? Какие-то цепи как будто бы. Так, да. Смотрите, что сзади... Ой, тут тупик. Ага, смотрите, что сзади, мы возвращаемся назад. Туда? Ну, если... Нет, если что, назад поглядывай, потому что видишь, ты спалила его в прошлый раз, что он сзади был. А я случайно абсолютно, мне чуечка подсказала, что он сзади. Сейчас он там может быть спереди и опять меня съест. Прикол, он сейчас такой тут вот где-то появляется. Это будет вообще... Вот смотри, проход какой-то же. Проход, проход. Мы прошли! Мы прошли? Офигеть! Офигеть, ребята, ребята, вообще! Ой-ой. Левел третий. О май гад! Это бесконечный офис! Офигеть, какая красота! А вот это мне уже не нравится. Вот это мне уже не очень нравится. Не нравится? Да. Давай посмотрим. Давай. Это второй этаж. Сколько тут всего этажей, вопрос на засыпку? Я не знаю. Так. Ну здесь тупик, здесь тупик. Тут тупик, да. Так тут пройти можно, вот тут вот. Где? Вот тут. Ты уверена? Да. А, да. Какая-то дверь есть дальше. Давай, давай, погнали, погнали, погнали. Мне страшно, если честно. Ой, я запуталась. Так, сюда. Вот это тоже. Это третий этаж, что ли, сейчас будет? А нет. Смотри, мы бежим пока что. А как туда пройти? Я не знаю. А, вот, вот здесь, вот, вот здесь. Бесконечный лабиринт какой-то получается. Вообще, прикиньте, мы попадем в бесконечный магазин Икея. О, да? Ну, я не знаю, я просто говорю такая, да. О, окно какое-то. Это типа офис, что ли? О, баночка, забираем. Это типа какой-то офис, вот тут вроде можно пройти. Тихо, за нами кто-то, по-моему. А-а-а, в смысле? Да? Не-не-не-не-не. О, это спуск вниз. Блин, и куда нам? Я не знаю. Так, мы бежим. Мы по кругу бегаем, что ли? У них там дальше что-то есть, кажется. Так, бежим, бежим сюда. Не знаешь, что это напоминает? Это напоминает игру Poppy Playtime, короче. А, да-да-да, что-то такое есть, ребята. Но я когда просто... гусеница гонялась сзади, короче. Так, бежим сюда. Ты еще что, подпрыгиваешь, чтобы еще его увидеть вдалеке где-нибудь? Да-да-да-да-да, я пытаюсь это сейчас сделать, так. Так, ребята, это прям, слышите, но... Супер криповенько, я бы сказала. Супер крипово. У тебя как там по сытости? Норм? У меня пока что вроде все нормально. Смотри, больше этаж стал. Да, 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 этаж намного больше. А куда надо идти теперь? Я не знаю. Так, вот, мне кажется, там, смотри, видишь, что-то вон там есть. Пошли туда. Вижу. Пойдем. Так, спустимся давай, не знаю. Ну ладно. Двери какие-то. Вообще максимальная крепота, так. Кстати, почему трясется экран? Да непонятно. Трясется? Да. Значит, он где-то рядом. Подожди, тут закрыто. Ой-ой, ты уверен, что спускаться нужно было? Такой так. Огромный страшный этаж. Мне уже тут не нравится. О, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Туда? Да, 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 мне кажется, кто-то бежит или что, не знаю. Я не знаю. Блин, тут подниматься надо. Опять подниматься. Потому что мне кажется, мы запутались, нет? Мне кажется, да. Кошмар. Блин. Какой. А вот сюда это может быть? Это спуск, это спуск вниз тоже. Ну давай по нему спустимся, не знаю. Ладно, давай. Слушайте, это ребят. Голод вообще плохо все. Чем больше бегаешь на этаже, тем больше голод, короче, тратится. А-а-а. Блин, а. Что мы делать? Застряли, что ли? Я не знаю, куда даже вообще бежать. Да я тоже не знаю, я вообще игру не проходила, я даже так это понять не могу. Я первый раз тут тоже. О, вот сюда пошли. Я давай, ладно, давай. Я реально какой-то первый раз. Дальше. Так, мы вон идем. Вон там еще какой-то проход есть. Тут вообще проходов дофига. Да почему? А! А! Что? Где он? Не знаю. Отходи, отходи. Тупик, 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 где так. Он? Так, а, он сзади, сзади, сзади.
А, Женя, меня сейчас опять съедят! Тебя съели? Да. Это капец так ладно, я бегу. Вот это, вот это крепота, вот это крепота. Где он? Я не знаю. Он сзади меня, он сзади меня. В темноте. Так, ребята, текаем, чисто текаем. Так. Он за мной, он за мной. Я вообще не знаю, куда бежать. Кошмар какой. Офигеть, вот это махина, конечно. Так, бежим сюда. Я не знаю, а ты видишь меня вообще, где я бегу? Не, вообще ничего не вижу. Я даже наблюдать за тобой не могу. Офигеть, вот это крепота. А, специально, чтобы типа не подсказывала, наверное. Наверное, да, чтобы типа я не говорила тебе бежать. Так, ладно, бежим. Ну, у меня тоже этот... Голод? Да. Блин, тут тупик. Вот это попадало. Я вообще не понимаю, куда бежать. Так, тут этаж на второй. Чё? Ну, бегу. Я не знаю, я бегу. Ай! Что? Ты чё? Я, кажется, подожди. Сейчас, мне кажется, сейчас пройду. Сейчас. Давай, ты нет. Сможешь. Сейчас, ребята тут. Ой, я вижу, кажется, дверь. Ну-ка. Да. Еее! Офигеть, вот это вообще чисто затаски. Опа. Опа, мы опять тут? Походу дела, да. А сколько раз нас будет кидать на такие вот этажи? Я не очень хочу это проходить. Слушайте, я не знаю, но очень интересно, сколько это будет длиться. А вообще, по-моему, я вот не знаю, за кулисье вообще бесконечный уровень или не бесконечный? А я не знаю. Я же не проходила никогда, даже не следила ни разу. О, баночка, подожди, так, ну-ка, оп, забрали. Никогда вообще не следила. Такая важная, никогда, дядя, никогда. Никогда. Как будто, знаете, я такой дяденька полицейский, такой подошел. Никогда. Никогда не говори никогда. Никогда не говори, да. О, прошел. О, уже. Ладно. Только давайте мне опять лабиринты, пожалуйста, я так страшно. Опять? Так это бесконечная игра, нет? Так я не знаю. Возможно, ребятушки, она и бесконечная. Так мы просто бегаем кругами, нас сейчас опять потом отправят в лабиринт. О, подожди. Я не знаю, сейчас посмотрим. Возможно, мы что-то делаем не то. Возможно. Так, идем сюда. А может, мы уже прошли все три этажа, просто нас не отсюда не выпустят, потому что такая какая-то огромная временная петля? Я не знаю. Так, давай попробуем вот этот уровень еще раз пройти. Если, короче... Ну, вообще, за кулисье вроде это как... О, подожди, смотри. Опа. Что? Прошли. Проходим. Куда мы попали? Жень, мне это не нравится. Что это такое? Офигеть, он сидит и пьет, смотрите. Это кто вообще? Ну, это он. Кто он? Ну, кто-то за нами гонялся. Я не знаю, как его зовут, я так понимаю, монстр из-за кулисья. Да. Он не такой был страшный. Он такой был вообще домашний страшный. Что это было? Почему нас телепортировали обратно? И почему их теперь много и там пьет? Я не знаю. Так, аккуратненько, Маша, аккуратненько. Я так понимаю, снизу проход? Я не знаю, так, давай пока посмотрим. Давай соберем все баночки. Я думаю, давай. Надо баночки собрать. Ага, ну последняя баночка на тебе, получается. Так, я забрал. Офигеть, он прям, смотрите, там тысячи этих монстров, и они просто пьют. Они делают какую-то непонятную дичь. Так, сейчас идем сюда. Так, проходим. Там выход, идем сюда. О! Есть пугалки. Мне кажется, это выход. Я надеюсь, что это выход. Так, мы куда-то типа... О! Мы выбрались? А где мы? Подожди. Мы выбрались! Мы выбрались? Да. Неужели? Реально? Ребята, ну вот это была серия мега криповая. У меня баночки остались. У меня тоже баночки остались. Во. Теперь у нас голода не будет. Отлично. Так, в общем, дорогие друзья,
Обязательно жмите колокольчик, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, потому что серия была нереально крутая. Вообще, вот давайте максимум поддержки, мы пошли за Тбилиси. Точно говорит. Все, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. Всем пока-пока.